13-летнему Диме Збитневу, нашему с вами земляку, поставили страшный диагноз – остеосаркома, злокачественная опухоль с метастазами в легких. Сейчас он находится в детской областной больнице, проходит курс реабилитации после первой химиотерапии. Диму скоро направят в Москву на дальнейшее лечение, ему предстоит операция. Сейчас ему нужна любая поддержка и помощь. В городе уже начали собирать деньги на лечение Димы. Уважаемые жители и гости города Рассказово, мне очень бы хотелось обратиться ко всем, у кого есть возможность, а также желание оказать содействие в организации лечения Збитнева Димы 2000 года рождения, потому что та ситуация, в которую попала данная семья, ему требуется очень дорогостоящее лечение, и, к сожалению, своими силами справиться с этой бедой они не могут. Поэтому, обращаясь от имени попечительского совета, я хотела бы, чтобы мы организовали помощь на лечение конкретного рассказовского ребенка всеми силами. И я надеюсь, что каждый рубль, который будет вложен в его лечение, поможет ему. Перечислять деньги можно на счет мамы Димы Збитневой Оксаны Юрьевны. Кроме этого, телекомпания ТВ Рассказово организует сбор средств для Дмитрия Збитнева. Все, кому не безразлична судьба 13-летнего мальчика, в течение месяца могут отправлять смски на короткий номер 4647 с текстом «Дима» на русском языке. Стоимость такого сообщения после всех подтверждений будет не более 55 рублей 50 копеек в зависимости от оператора связи. Из этих денег 50 рублей пойдет на помощь Диме, а остальные деньги на услуги связи. Если вы хотите перечислить большую сумму, например, 200 рублей, то в тексте сообщения нужно будет написать «Дима плюс 200». Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и Ютел. Не смогут отправить такую смс-ку пользователи корпоративных номеров. В таком случае можно перечислить деньги на расчетный счет мамы Димы или на благотворительный фонд «Озарение». Реквизиты на экране. Давайте не останемся равнодушными и поможем Диме преодолеть страшную болезнь.